Оплатить часть новой квартиры субсидией от государства могут молодые семьи. Программа по улучшению жилищных условий рассчитана на супругов до 36 лет, которые нуждаются и готовы расширить свои квадратные метры. Семья получает 35% стоимости квартиры от государства, а остальное выплачивает сама, сразу или в ипотеку. Социальная выплата может быть направлена на приобретение, на строительство индивидуального жилого дома и на погашение ранее полученного кредита. Выплата зависит от состава семьи. Семья из двух человек получает 35% от расчетной стоимости жилья, исходя из стоимости квадратного метра, установленного для расчета в этом году примерно это 49 тысяч. Семья из трех человек и более получает также 35%, но уже от другого метража. Допустим, семья из трех человек получает от 54 квадратных метров. Программу реализуют на протяжении 14 лет. В этом году денежный сертификат получили 9 участников, 3 из которых уже им воспользовались. Семья Федосеевых 2 года ждала своей очереди. Теперь молодые родители активно готовятся к переезду в новую квартиру. После того, как у нас появился третий сын, мы начали думать, как нам решить жилищную нашу проблему. Нам жутко стало не хватать площади для нашего пребывания. Буквально месяц назад мы получили сертификат и уже использовали его на купленную квартиру. У нас старший пойдет вот в этом году в школу. Он ждет, когда у него наконец-то будет своя комната. В списке претендентов на сертификаты в 2021 году формируются до 26 мая. Подробную информацию о программе можно получить по телефону 977-51. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24.